Зашел в ресторан Моби Дик перекусить, и вот оно озеро, в котором я только что плавал. Шикарно. Вот я только что... Вот оттуда я только что плавал, с того камня. Офигенно. Посмотрим на эти цены. Раз, два, три. Так. Делим на 2, получаем евро. Значит, салаты по 7 евро, по 5 евро, по 5 евро, по 6 евро. Если взять шопска. Супы есть, пельешка, рыбный, таратор это холодный такой, летний, я возьму пельешку. Ну это какие-то мелочи здесь, предъястие. Вот главные блюда здесь, за 3 человека, видишь, здоровая рыба за 25 баксов. А вот на одного порция десяточку. За 9-10, короче, здесь смело можно заходить в самые козырные заведения и понимать, что в 20 баксов ты укладываешься. Только нужно найти что-нибудь. Запеченные свинские, запеченные основные ястия. А тут пошли десерты. Ну вот. То есть выбор у них здесь, конечно, небольшой. Порция, тележка, филе. Tender beef filet, French fries. А, фу, French fries. Я не хочу French fries. Ладно, короче, я разбираюсь и кайфую.